Добрый и, наверное, все еще праздничный вечер, дорогие друзья. Сегодня концерт, который, мы надеемся, будет продолжением, а может быть и конкурентом вчерашнего удивительного дня с его аурой любви, нежности, романтики, радостности, этого удивительного весеннего праздника, который уже очень давно стал официальным и, мы надеемся, искренним признанием в любви всех мужчин, всем женщинам мира. И в сегодняшнем концерте перед вами выступят молодой камерный хор Милюши Таминдаровой, хор Государственного Большого Концертного Зала имени Салиха Сайдашева и блистательная четверка воспитанников Казанской фортепианной школы. Это виртуозы, которые по жизненному своему пути вновь и вновь встречались в творчестве с Милюшой Таминдаровой и сегодня пришли для того, чтобы поздравить и подарить ей свои талантливые интерпретации. И, безусловно, первое же произведение, которое вас ожидает сегодня, это сочинение торжественное, яркое, сочинение великого итальянца Джоаккино Россини. Маленькое торжественное месса для хора, солистов, органа и оркестра. Когда ровно 145 лет тому назад состоялась премьера этого сочинения, легендарный композитор Мейербер, рыдая, бросился в объятия автора мессы и воскликнул: «Джоаккино, вы гений!» И вот сегодня камерный хор и пианисты Евгений Михайлов и Олег Шмаевский докажут вам справедливость этого признания. Кстати, перед началом концерта Милюша Амировна открыла нам небольшой секрет. Оказывается, пианист Евгений Михайлов, ныне прославленный музыкант, когда был концертмейстером в классе хорового дирижирования в музыкальном училище, очень часто имел трение с хормейстером, ибо в самый разгар сводных репетиций он куда-то исчезал. А потом оказывалось, что он уезжал выступать на международные конкурсы и всегда возвращался победителем. А победители, естественно, не судят. И еще один замечательный исполнитель в сегодняшней концертной программе – это наш гость из Москвы. Это музыкант, который является выпускником Центра оперного пения Галины Павловны Вишневской, и обладает он уникальным голосом. Это контртенор, голос, пришедший к нам из средних веков, из эпохи барокко, из того времени, когда путь женщинам на сцену был заказан. Итак, мы начинаем программу нашего праздничного вечера. Джоаккино Россини. Маленькое торжественное месса в двух частях. Части исполняются без перерыва. На сцене Государственный камерный хор Республики Татарстан, солист, лауреат международных конкурсов Рустам Яваев, у рояля народный артист Республики Татарстан Евгений Михайлов и доцент Казанской консерватории Олег Шмаевский. На сцену приглашается художественный руководитель и дирижер, та, в чьем лице мы сегодня будем приветствовать всех женщин, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Милюша Таминдарова.